Всем привет! Это рубрика «Автоэксперт». И сегодня мы поговорим об отличии автомобилей из Южной Кореи от российских предложений и почему их стоит покупать. Сегодня многие известные автодилеры ушли с российского рынка, и появилось множество предложений по приобретению автомобилей из Южной Кореи. Все автомобили, привозимые из Южной Кореи, в среднем имеют пробег от 10 километров до 30 тысяч километров. Давайте рассмотрим на реальных примерах. Итак, Jeep Wrangler в комплектации Rubicon. Автомобиль 2022 года выпуска с пробегом 14,5 тысяч километров. Второй отличительный факт автомобилей из Южной Кореи, что они все отличного технического качества. Азиаты не привыкли ездить до последнего, и машины эксплуатируются у них на хороших дорогах и заправляются высококлассным топливом. Все автомобили из Южной Кореи с левым рулем. Еще один плюс в пользу выбора автомобилей из Южной Кореи – это их комплектации. Корейцы любят все кастомное. И очень часто по цене обычной комплектации с российского рынка из Кореи можно привезти премиальный экземпляр. Самые простые комплектации в Корее – это автомобили с кожаным салоном, либо с хорошим кожезаменителем. Имеет подогрев передних сидений, камеры заднего вида, парктроники. И руль имеет как минимум функцию hand-free – это свободные руки от телефона. Отделка салона отличается качественными материалами. При одинаковой стоимости автомобиля на российском рынке и на корейском рынке из Южной Кореи вы получите автомобиль в лучшем исполнении. Jeep Rubicon. Подобный автомобиль в России стоит от 6,5 миллионов. Для клиента из Южной Кореи этот автомобиль обошелся под ключ 5 миллионов 300 рублей. Автомобиль Tucson. Подобных предложений с таким двигателем трубовым на российском рынке нет. Он стоит от 3 миллионов рублей и в минимальной комплектации. Данный автомобиль в максимальной комплектации обошелся клиенту под ключ 2 миллиона 900 рублей. Теперь вы точно знаете, почему ваш выбор должен быть в пользу автомобилей из Южной Кореи. А приобрести их можно у надежного поставщика – красноярской компании.